Вот, всем привет! Вы на канале Яна Кук, мой кик. Секундочку. Так, я возвращаюсь. Переворачиваю телефон, потому что это YouTube. Еще у меня есть, кстати, крыс. Мне их лень показывать. Я их могу взять, конечно. Только надо лампу тогда опустить. Давайте я опущу лампу. Сейчас. Ой. В самый низ опущу. До кровати. И притягиваю вас в угол, где стоят мои крыски. Вот они. Тут Моника. Тут... Сони и Тиффани, я уже запуталась. Девочки спят в кабачке вот тут, поэтому их не видно. Моника вот тут спит в домике. Давайте их покормим. Секундочку. Рассказываю, что это. Это еда девочек. Вот такие штучки у них есть. Хлопушки. И тут разная крупа. Вытащим крупу и ржевое дерево. Насыпаем. Можно повернуть и на меня. Так нормально. И все. Теперь я поднимаю лампу. И мне нужно убраться на столе, вот на том, на бардаке нужно убраться. Я просто лампу закручиваю. Мои девочки. Все, я встала. Ой, он почему-то падает. С ящиком, с вот этим. Там все для бисера. Видно вроде. Блин, лампа сейчас упадет. Так. Вот это коробка бисера. Но это не все, у меня еще есть
погубить. Привет. Разукраску по цифрам. Ты думаешь, себе шкаф. Это от одной коробки. Из-под маркеров. Мои маркеры. Дальше. Моя косметика. Soda Top. Давно у меня из-под вот этой коробочки. Сумочки. Складываю здесь мой косметоз. Она не помещается сюда. Сейчас я подумаю, куда ее вставить. А я пока схожу в кинус. Я вернулась. Мне нужно убрать теперь всю мою косметику. Сначала на столе. Поворачиваемся на стол. Кручу, блин, всю лампу. Вот все, вот мой стол. Очень грязный. Проволока. Еще проволока. Куда она у меня? Ну ладно, положу в бисероплетение. Где-то тут на уголочке. Карандашик уволся. Так. Пинчик. Сюда. Какой-то провод. Заматываем и убираем ящик. Ой, кто-то из крысов кушает. Это Тиффани кушает. Мицеллярка тоже идет в ящик. Я его не закрываю, потому что мы сейчас к нему придем. Пустая баночка для бисера. Я не знаю, где от него пакетик. А, вот.
тоже. Крепление для браслетов. Тут колечки для браслетов, бусины и смайлики. Вот это я не знаю, это я уберу на крыс. Это пазл. Надо выкинуть. Я опять сюда не сюда. Коробку. Дальше. Опять провод. Я думаю, их не нужно убирать, потому что палочка. Потому что его не надо, его просто нужно сделать пониже. Я боюсь, что мне не слышно. Вот. Все фиксирую. Все, и ничего не надо даже выпускать. Просто ровно стоите. И все. У меня осталась только эта корзинка, но она здесь стоит и будет стоять. Так, это можно вот так. Кисточка тоже. Это пока не убираю. Мы перебираемся в мой ящик. Так. Ой. Меня теперь видно в зеркале. Я буду показывать палетку теней от Соби. Такая. Целярная вода. Косметичка. Коробка от наушников. Коробка от старого телефона. Я про него забыла. Это нужно выкинуть. То, что выкинуть, вот я взять, думаю, в зеркало, но я откладываю вот сюда. Слайм. Я в него добавила. Оп, он теперь хороший, все. А то вау. Короче, я сейчас расскажу, почему он такого цвета. Он был голубым. Я в него добавила таблетку, как краситель. Но он хорош. Я его оставляю. Я его делала сама. Видели. Пенал. Куда его можно деть? Наверное, я это куда-то на крыс, поэтому иду вот сюда тоже в зеркале, смотрите. О, что я нашла? Суфи палка. Норм. Тут можно и горизонтально, и вертикально. То есть вот так вертикально телефон, вот так вот. И вот так горизонтально. Норм. Но я ее, естественно, не выкину. Мы до сих пор пользуемся. Купили в фикс прайсе. Давно. Я не
не знаю, зачем я проговариваю. Наверное, чтобы там где. А, вот так вот, сейчас. Теперь с этой стороны. Не знаю. Ну, я его оставлю, но я не думаю, что его сюда убирать. Посмотрим. Тоже убираю его. Вот сюда. О, мои единорожки. Это мне привез дедушка из Норвегии. А я не помню, откуда мне это. Бабушка, наверное, подарила. Покупала в ритуале. Не видно. Но я ее очистила, помады тут больше нет. Что вы, девочки? И что-то смотрят тут. Они беленькие, они у меня обе белые. Они у меня одинаковые, но я их различаю, одна слепая. Так, ну, распечатка. Да, да. Типа мирись, мирись. Куда это деть? Я не знаю, тоже убираю. Вот сюда. Вот, 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 вот. Ко всем вещам. Дальше. Это я шила их сама. Птички. Такие. Мне не нравится. Тоже их убираю вот сюда. Потому что я не знаю, куда их деть. О, это самый мой первый. Антистресс. Ну, именно вот в этом районе. И... тоже всего же. Да, это потому что это резиночки. Я не знаю, куда эти резиночки. Сюда и закину в косметичку, короче. Да, это столько много. Еще я нашла такую заколку. Там и сюда же. И... две шпильки. Или это невидимки? Я не знаю. Так, думаю, на выкид. Что на выкид? Вот, вот это вот я чуть продам. Просто там даже. А что на выкид? Вот, вот даже тут видно. Вот сюда. Засохшие розы. Я их оставлю. Сегодня пойду купаться. И посыплю ими. Вот так вот, потому что мама помыла полы. Дальше. О, это гриль из Лего. Кто стучит? Вот. Это гриль. Даже вот закрывается. Его мы оставляем в ящике. Провод от пауэрбанка я вспомнила. Вспомнила. Этим летом я куплю себе квадратные очки. Боже, что это? Не знаю, зачем мне эти очки. У меня три пары. Но вот эти они маленькие, мне уже давно. О, нет. Ну да, ну да. Поставлю. Я похожа на муху. Сейчас сфотаю себя.
тоже не знаю, куда их. Но точно не в ящик. Посмотрим, может, сколько места останется. Я хочу сделать две части, поэтому смотрите следующую часть. Я прямо сейчас выложу.